Так, надо не забыть, ребятушки, у нас тут река. Вот она, река. Сейчас мы как раз на ней становимся. И потом у нас сосна. Река и сосна. Два дела у нас тут. Сейчас мы здесь встанем. Очень удобно. И как раз поснимаем эту реку и с моста. И не с моста. И неспроста. Так. 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 Все, погнали. Вон видите тут как, какой мост. Блин, я чуть не отключил камеру. Мне надо нажать было здесь, а я чуть камеру не отключил. Все, пойдем сейчас спокойненько на мост. Здесь, ребятки, историческая местность. Это я не вам говорю, зрителям, а я говорю тем, кто едет тут на машине, ходит и думает, типа, а что этот козел тут снимает? А мне больше всего нравится вид на мою ракету. Вы посмотрите, какая она красотка. Посмотрите. Лучший мой друг. И ваш тоже. Ба, блин, а река-то там как низко. Там даже водопад есть. Шик. Ё-моё, мне даже страшно. Вон как низко река. И вон водопад. И, видимо, она вот тут, мне кажется, впадает как раз-таки в Аку. Поняли? Пойдем сейчас спустимся. Очень высоко, мне страшно тут. Вообще не могу просто. Я боюсь высоты. Знаете почему? Потому что... А, не буду объяснять. Короче, я боюсь туда прыгнуть. Так, сейчас посмотрим. Стой, моя красотка. Так, а вы смотрите следующее видео.